Всем, собственно, здравствуйте, вы на канале Flipper Play Games, с вами я, Иван, и мы продолжаем проходить Devil and Me. Короче, у меня выдалось еще немножко времени, я подсчитал, скорее всего, у меня не будет времени, чтобы записать эту серию, поэтому я ее записываю заранее, в тот же день, как и предыдущие две, поэтому, ну, приношу свои извинения, так что как-то так получается. Но, тем не менее, серия выйдет стабильно в 21.00, конечно же, ты, раз ее уже смотришь, значит, она уже, конечно же, и вышла. Вот, а мы продолжаем проходить. Напомню, что в прошлой серии мы из лабиринта выбрались в какой-то подвальчик и, собственно, продолжаем. Сейчас я посмотрю, это у нас лабиринт, сколько у нас осталось с тобой глав. Сейчас, погоди, я сейчас прям быстренько это все посмотрю и прям начнем проходить. Поэтому тут уж можешь как бы не прям не переживать. Не так написал. Вот это, наверное. Так, список глав. Лабиринт. У нас получается остается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 глав у нас остается. Скорее всего, это две серии. То есть вот это и следующее, собственно говоря. Окей, погнали. Так, мы тут, по-моему, читали. Да, ну вот это смотрели. Да. Секретик найден, окей. Так. Значит, получается, серебряные картинки с серебряными, они подсказывают, что делать, чтобы выжить. Это какая? Черепок плюс 10. А нет, плюс 5. Черепок плюс 5? А плюс 5. Я запомнил. Птичка плюс 10, по-моему. Ага. Переигрывать я, короче, решил, что ничего не буду. Как все есть, так все будет. На текущий момент у нас минус 2. Пробел залезть. Двое у нас спаслись. Почему такой тусклый свет, мрачный, такой мертвенный, я бы сказал. Ха-ха, иди ты нахуй. За дурачка меня держишь. Посмотреть. Курт Хелл. Публицист. Осмотреть. Так. Что я должен здесь найти? Вращать это как-то или что? Ой, не знаю. Ну, конечно, мне сквозь них и надо проходить, да? Ну, по-любому. А один из них этот хер. Давай просто пробежим. Вот он. Вот этот живой. Сука.
Спалил, мразь. Блять, все равно страшно. Не, нахер, нахер топор. Бежать. Беги. Ну, конечно, это легко вытащит. Подпереть. Бежать. Не надо, он все равно бы выломал. Давай, кутыешку. Кутыешечку мне давай. Беги. Не подходи ко мне, предупреждаю. Это минус 3. Но нет, он бы ее убил бы, если бы я подпирать бы начал. Хорошо, значит, что я не начал подпирать, значит, она просто упала, возможно, потеряла сознание, но она выжила. Окей. А, ну это типа вместо фонарика, окей. Так, сюда. Открыть. Черт. А вот он молодец, он шепотом говорит. Так, а можно как-то это отдалить, пожалуйста? Посмотреть. Или это происходит немножко в разное время? Как осмотреть? Что-то в руке. Боже. Ну, человеческая рука. Ключ. Вот ключ возьми. Возьми, возьми. Раздевалка. У меня там что-то еще в руке. Зажми кулак. Противный, вредный мужичок. Это мне туда вот нужно. Кстати, надо посмотреть, какая сейчас глава получается. Сейчас бассейн получается глава. Мне надо на маяке остановиться, когда глава маяк будет. Ну, наверное. Примерно плюс-минус, я так предполагаю. А у нее там что-то есть. А, это щуп. Я опять не могу камеры двигать. Почему-то после некоторых сцен он не двигает камерой. Открыть. Боже. Что здесь случилось? А, у кого-то месячные, я так думаю. Давай посмотрим. Может, здесь есть что взять? Ну, либо томатный сок просто разлили. Что это? Вы его знаете. А можешь вот эту еще открыть? Не можешь, я понял, ты додик.
посмотреть. Кольцо. Гаррисон и Льюис Ли. 21.06.08. Окей. Смотри, куда ты идешь? Брать не надо. Что за черт? А что за черт? А это, наверное, собака. Так я не могу туда пока что. Злоебучие скримеры. Смотри. Монетка. Монетку бери. Это с чем? С птичкой? Если с птичкой, то плюс 10. Смотрим. 73 должны. А, конечно, хуйня. Ладно. Пока превьюшки, кстати, не было. Такой. Ай, бля. Лох получается. Пизданулся, ну лох. Чарли, территория отеля. А я не это, она как-то вот это вот режим сложности прям сложный. Марк. Так, а я могу режим сложности поменять? Игровой процесс. Уровень сложности. Серьезный. Щадящий. Вот, щадящий. А то прямо это. Он как-то слишком прям быстро и моментально требует мне какую-то ешки нажимать. Я, ну, мне кажется, это прям для овер-гипер-супер-скилловых игроков, которые там уже проходят игру не по разу. Но это опять две. Какая-то змея, либо... Не знаю. Так, это какой? Какое задание? Какая глава? Не написано. Ну ладно. Так, а у тебя есть что-то? У тебя нихуя нет. Ты бомж. Марк! Эй! Марк! Тихо, погоди. А это, кстати. У тебя же есть карточка. Блин, опять вот это вот близко слишком. Нахера так близко подводить персонажу? И вот куда мне? Я ебу. Вот сюда? Мне надо что-то найти, чем можно открыть, наверное. Но это деревья всего лишь. Это всего лишь деревья. Там всего лишь маньяк. Это всего лишь подвал. А это всего лишь остров, на котором нет никого. А куда мне? Это недоступно.
блядь. Что за приколы? Сюда? Он не хочет забираться. Я не знаю, я вижу вот здесь вот, но... Тут типа надо, чтобы кто-то его подсадил. А подсадить некому. Мы можем попробовать обойти вот здесь, может быть. Я справлюсь. Давай. Хорош. Открыть. Открой ты просто. Хорош, теперь толкай. Так, ну я мышкой могу управлять. Шифтовать я не могу, чтобы он быстрее двигался, если что. Мало ли тебе может интересно. Ну, по крайней мере, вне дома у него нет камер. Я на это надеюсь. Я могу сюда, получается, еще? А, нет, ну. Ну, выбор один линейный, получается, сюда. Аккуратно. Не повреди ногу. Ты старый, я понимаю. Там собака была, слышал? Это что такое? Монетка. Какая монетка? Так, тихо. Черепок плюс 10. Черепок плюс 10. 67. А, плюс 5. Я говорю, собака. Я говорю, собака. Ну, животное это, наверное, ранено. Давай сюда. Так, ну погоди, я оттуда пришел. Туда я не могу. Туда не могу. Сюда, туда не могу. Выход только один. Сюда, либо сюда. Но идя сюда, мне некуда больше идти. А идя сюда, еще раз. Туда там точно некуда. А, вот сюда. Или собака. Она пока не появляется. Наверное, тоже боится. Так, ну к пляжу мы уйти не можем. Открой. Открой. А, сюда что ли? Никуда сюда? Черт! А может это собака Дюмета? Или может она бывшая хозяйка? А нет, это бывшая хозяев собака. Хуй ты собаку дразнишь, дурачок. Да, попробуй достань. Нет, это собака бывших хозяев. А, там вот это вот, где Папи, Лапи или как там его звали?
Почему он даже не пробует открыть? А вот здесь вот взять, пойти про краюшку. Обойти. Почему нельзя так? Потому что скрипты не позволяют. Не знаю, зачем это было нужно. Типа ты можешь пройти это разными способами, просто, но к одному месту. Странно, ну ладно. Почему нет? Нет, электричество он сказал или что? Правильно его помню? Ну-ка, погоди, если мы просто здесь обойдем, то как бы окей. Иди, просто иди. Там можешь вообще перепрыгнуть на самом-то деле. Я R-очку нажимаю. Как бы, не знаю. Вот генератор, электричество. Возьми. Чё к чему? Вон пульт. Потыкай кнопки там. Мне надо где-то обойти это все. А, ну вот, наверное, надо перепрыгнуть. Скорее всего. Я так думаю. Ну да. Ну, конечно, а сейчас лифт поедет, да, по-любому? Или Дюмет вылезет откуда-нибудь. Тихо. Утрачу. Нет. Отвали от меня, Чарли! Твои ты же. Меня напугал! Ты меня чуть не убил. Я думал, ты Дюмет. Чего думал? Ты же знаешь, что это не Дюмет. Я так рад, что ты живой. Для удобства общения, конечно, я понимаю, что они используют Дюмет. Я чуть не сгорел. Знаю. Мы видели. Видели? На экране. Тут кругом камеры. Где все? Марк, они живы? Эрин, нет. Что? Дюмет убил ее. О, господи боже. Во что я всех втянул? В дерьмо. Ее тело скрыли, изрезали. Эрин, господи. Когда убегали, мы разделились. В этом отеле куча всяких ловушек. Дюмет с нами играет. Надо валить отсюда. Пошли к парому. Он не работает. Мы решили идти к маяку, попробовать послать СОС. Полная жопа, конечно. Подожди-ка. Я с ней уже попрощался. А откуда она у тебя, блядь? Так покури. Ты же курить хотел, пиздец как. Так, годи-ка. Сюда окей нельзя, сюда тоже. Проберись. Пробраться нажимаю. Нажимаю пробраться. А рукав сквозь текстуры, да? Охуенно. Боже. Что? Что, боже? Так, ну окей, тут наверх, значит, через окно. Мы это знаем. Пейзаж очень дерьмово прорисован, я тебе скажу, прям омерзительный. Сейчас закрыто.
Финиш закрыт. Нужно как-то подняться. Не, ну это было предсказуемо. Что мне нужно будет по этим. По как их? По лесам скакать. А мы можем, кстати, скинуть эту хрень. И нахрена нам идти в одиночку в дом? Ладно, хоть ты его не убил. Вот сюда. Отлично. Ё. По одиночке мы не ходим больше. Держаться нужно вместе. Чем так воняет? Я видел собаку. Да, я тоже. Испугался до усрачки. Ну, конечно. Она теперь тоже тебя боится. О, смотрите. Так, значит... А, нет, смотри-ка, этого уже нет тут. Значит, это еще уже произошло. Так у него, получается, и вокруг острова тоже камера. Вот пиздюк. Посмотреть, так, что это? How you head? Где твоя голова? А можно вот как-то это все прочитать, пожалуйста? Так, тихо. А, ну это Дюмер. Потуши зажигал. Рычок. Потушил, кстати. Или не потушил. Бля. Зажигалку потуши. Тише. Сиди тихо. Нахуй ты ее приоткрыл, дурачок. Ой, пиздец. Не, ну дурак. Дурак. А ты, блядь, как не заметил? Чё, тоже дурак, что ли? Бать ты бантяй. Ты мог минус 3 сделать, получается. Но по своей тупости сделал, только пока оставил минус 2. Потуши нахер свою зажигалку, блядь. Кончено. Как прочесть? Нихуя непонятно, но очень интересно. Ладно.
Видимо, Дюмету вообще насрать на это. На это все. Ну да, мы же не палимся. Боже мой. Что? Тела. Зачем это? Он хранит тела жертв. Он же серийный маньяк. Зачем? На память. Для него это ценность. Ну да. Трофеи. Конечно. Как сказал, на память. На память. Ну? Вдруг забудет. Дюмет явно много знает. Ну, кто много... Быть, что он здесь не один. Знает, тот долго не живет. Делать роботов, следить за домом и ловушками. Это реально в одиночку? Реально. Если он безумный, я очень упорный. Да. Ну тот скример какой-то, походу. Ладно, давай осмотрим. Сейчас смотри, скримак будет. Нет? Нонсенс. Посмотреть. Ах, твою мать. Это кто? Я не знаю, кто это. Знаешь? Я нет. Какой-то мужчина. Раньше был в рассвете сил. Мистер Ли Гаррисон. А, это мистер Ли Гаррисон. 06-10-22. В... А, ну да, получается как раз таки этот год. Типа настоящее время. 175. Наверное, рост. В 4-27... Констатирована смерть от удушья. Тело помыто, заморозка не требуется, так как уже подготовлен раствор формальдегида. Это где? Получается в этом. В как его, мы с тобой в хоррор-игрушку-то играли, где ты играешь за патологоанатома. Вот патологоанатомы формальдегидом используются для обработки тела, чтобы не гнили. Объект перемещен в процедурную для начала бальзамирования. 07-10-22. Начальная стадия разложения пошла без внешних призраков. Признаков. Подходящий образец для создания аниматроника. Введение фиксирующего раствора формальдегида в сердечно-сосудистую систему объекта. Процесс введения фиксирующего раствора завершен. 4 часа 30 минут. Объект перемещен в емкость с ацетоном. Повторная проверка через 24 часа. 08-10-22. Обработка ацетоном завершена без негативных последствий, признаков ригидности. Пока не выявлена, повторная проверка через 48 часов. 10-10-22. Обработка идет по плану, зафиксирована ригидность в конечностях. Прошлый образец мистер Льюис Ли пришлось утилизировать в кислотной ванне, поскольку трупное окоченение достигло кожи и привело к появлению больших волдырей, которые сделали образец непригодным. Возможно, это произошло из-за ускоренного разложения по причине меньшего веса образца. 185 пунктов против 142. Задержки. Начало фиксации или слишком низкого уровня формальдегида. 13-10. Обработка идет по плану, конечности полностью ригидны. Повторная проверка через неделю. 20-10-11. Конечности затвердили на 50%. Выполнена замена ацетона. Повторная проверка через 24 часа. 21-10-22. Замена ацетона завершена без негативных последствий. Повторная проверка через неделю. Курс изменен. Опять куда-то курс, блядь, изменен. Куда он изменяется? Хуй его знает. Смотрите. А, шаг 1. Фиксация. Шаг 2. Препарирование. Шаг 3. Удаление жира и жидкости. Шаг 4. Пропитка. Тут вот удаление жира и жидкости. Вот тут пропитка. Шаг 5. Выбор положения. Шаг 6. Обработка. Окей.
Так, а куда мне? Мне надо вот это вот взять и, наверное, толкнуть. А, ну вот сюда, конечно же. А я мог бы через окно забраться. А, ну тогда бы он был здесь. Так что все нормально. Он как-то уж очень быстро перемещается, блядь, между различными... Ой, блядь. Ебал. Ну висите, висите. Я вас не отвлекаю. Висите, висите. Так, открыть. Там сзади идешь? Идешь? Идешь. Но на втором-то этаже его не будет. Ж. А, это походу, где я должен был бы открыть, но оно не открылось бы, потому что... Потому что что? А оно не открылось бы, потому что оно заперто изнутри, а не снаружи. Вот и все. Толкать. Не сломайся. Чё? Как ты быстро спустился? Ну, окей. Больше, в принципе, делать нечего, поэтому... А тут вода, да? Ну, конечно, вода. Ага. Так, ну, окей. Прекрасно. Я, кстати, еще не нашел себе превьюшечку. Сейчас этот упадет, да, по-любому? А, сейчас мне нужно будет балансировать. Я просто жму R по КД. Просто жму РП, когда он чуть не упал. Так, маяк, кстати, маяк. Так, ну это упало, но жива. Хорошо. Тропинка в лесу, Джейми. Так, тропинка в лесу. Я не помню такого. Так, погоди. Вернуться в главное меню. Сейчас посмотрим, какая это глава, потому что, во-первых, ну, уже почти 40 минут, а во-вторых, ну, как бы я не хочу оставлять всего две главы напоследок. То есть, будем тогда по три главы, получается. Лес. Ферма лес. Так, выбор сцены. Лабиринт, бассейн, утес, ферма. Ну ладно, давай дальше.
Или хотя. Давай полностью сделаем, получается, следующую серию финальной. Вот окончательно зафиналим полностью. И уже как бы у нас будет окончательная история. Вот, поэтому на этом мы закончим. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, ссылки под ссылками в ссылках в описании под видео. Хорошего настроения, до новых встреч. А пока.